Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию рубрики, где мы, как обычно, продолжаем избивать хейтеров. И знай, то, что эта серия выходит именно благодаря тебе, потому что ты поставил лайк под прошлой серией. И давайте, ребятки, мы также сделаем под этой серией. Если мы добираем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет продолжение этой игры. Я замечал то, что вы частенько спросите ее, чтобы я записал. Поэтому прямо сейчас поставь огроменный палец вверх. И еще одна новая серия выйдет как раз таки благодаря тебе. Поэтому не ленись, ставь лайкусик, подписывайся на канал и обязательно нажимай на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые ролики. А сейчас мы будем приступать. Ну шо, хейтеряги, здорово, давно мы с вами не виделись. Пивасик пьешь, да? Или что это, бурбон какой-то, вискарь 100%. Как не стыдно, как не стыдно. В этой серии мы с вами находимся на пиратском корабле, на пиратском острове. Как же вас тут много. И территория какая-то слишком просто огромная. Ладно, как-то я не рассчитывал на то, что вы такие сильные. Сидишь тут, значит, жопошник, да, загораешь. Ножки мочишь в водичке. Поплавать не хочешь? Пошел отсюда! Так, с этой пушкинцы можно стрелять? Я выстрелил, нифига себе. Можно еще раз, пожалуйста? Пожалуйста, дайте я еще раз выстрелю. Ты что на меня с кружкой бежишь? На пауху. Так, минус один, минус два, пацаны. Как бы тут нечестно. Чё вы двое на одного? Па! А, меня уже шандарахнули, ничего страшного. Так, я знаю. Пацаны, а чё вы тут прохлаждаетесь? Может тут какой-то капитан... капитан Джек Воробей! Здравствуйте. Здравствуйте, капитан Джек Воробей. Опа-на. А я знал то, что... Пацаны, вы тут немножко не приофигели. Подойдите сюда, пожалуйста, я вас толкну. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Как-то я вас изи всех раскидал, на самом деле. Я даже не ожидал. Вот смотри, я подойду к этому. В лоб дам. В лоб дам. Ой, о, все сломалось. Ай! Как ты меня своей шпагой шандарахнул, жопошник? Отдай шпагу. Или что это? Ой, во-во-во-во-во-во. Нож. Отдал нож. Отдал нож. Нож. Спасибо. Это не нож. Че у тебя нож какой-то поломанный? Ты мертв? Ну, сейчас 100%, да, у тебя посередине. Посередине. Вот это точно Джек Воробей. Присядь пока. Я тебе тут немножко операцию на сердце сделаю. Точнее, на почке. Так, кто опять бежит? Здорово! Подожди. Ты пивас пролил! Негодяй! Так, зубы полечим, все. Не бейте капитана Джека Воробья! Так, кто шпагу потерял? Ты? Так-то шо ж вы такие? Капитан Джек Воробей, лежи, пожалуйста. Ну, в смысле, не лежи, кого-то лежи, а лежи, в смысле, лежи. Ну, лежи на земле. Не... Короче, отстаньте от меня! Короче, это последний уровень. Тут мне нужно убить 64 человека. Ну, уже 100% не 64, уже где-то 40 осталось. Но ничего страшного. Еще один капитан Джек Воробей. Вы нос уронили, капитан Джек Воробей. Чё вы все такие? Па, ёпты! По хрящику! Помочки ухо! Капитан Джек Воробей, приляжьте, пожалуйста! Помочки ухо! Ты мертв или ты не мертв? Я не знаю. Но учитывая, сколько ты уже крови испустил, мне кажется, ты мертв. Так, я давно с этой хренотени не стрелял. Она уже не стреляет. Ладно, мы сейчас заберемся на капитанский корабль. Можно ящики в воду столкнуть? Ящики в воду можно? Нельзя ящики в воду сталкивать. Хорош! Опа, я могу стрелять. Ну, что-то оно как-то выстрелило, но пролетело мимо. Ладно, ничего страшного. Опа, вот эта шпажка мне поможет убить всех негодяев. Я сюда могу зайти внутрь? Не могу. Выпустите меня по вал. А я могу просто отсюда уплыть? Пацаны, подождите немножко. Сейчас я с этим разберусь. Полежи тут, пожалуйста. Я сейчас с этим разберусь. И за тебя возьмусь. По заднице тебе надаю немножко. Лежать, я сказал! Нет! Где моя шпага? Почему я один раз использую? Ядрить, колотить! Мне это весло понравилось. Отдай! Ни хрена себе, как я его в воздухе словил! Капитан Джек Воробей, у меня вообще здоровья не осталось. Почему вы такие наглые? Па-па-па.
Капитан Джек Воробей, не бейте меня, пожалуйста. Так, смайт готов! Кто не знает, что такое смайт, нужно посмотреть обязательно предыдущую серию. Вот тут надо мной сейчас появилась подсказочка, нажми посмотри. Ну и конечно, ёханый бабай, сколько вас тут, а ты новую серию смотри. Ёханый бабай, сколько вас тут. Пацаны, никто поплавать не хочет. Едри... Так, короче, забегаем в бар, включаем эту хренотень и просто пуляем всех с пистолета. Ну, ручного пистолета, знаете, такой пистолет у меня в снайперах есть. Ручной такой пистолет. Па. Па. Чувак, ну хватит, хватит, я все понимаю, вы очень жестокие, очень жестокие. Так, ну почти всех убил, да. Ладно, забираемся на второй этаж. Так, кружки, ножик, отдайте мне ножик, пожалуйста. Если я сейчас найду что-то лучше, чем ножик, я вам его в сраку засуну. Только дайте мне, пожалуйста, что-то лучше, чем вот этот поломанный ножик. Тут никого нет? Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой! Ты что за мной охотиться хотел? Жопа противная. А-та-та-та-та, нехорошо 4 на 1, нехорошо 4 на 1, тем более у меня... Вот это точно, это Барбос, вот это Барбос, капитан Барбоса. Я хочу вам доложить, тут у нас один преступник на корабле, только что меня хотел убить, но я его столкнул вниз по лестнице, капитан Барбоса. Это ваша охрана, да? Куда смотришь? На птички, птички. Капитан Барбоса, преступник вернулся. А вам все равно? Я могу его казнить? Капитан Барбоса, я просто к вам подошел. Сложно, сложно. Так, если я сюда упаду, да, я не умру. Отлично. А если я тут перепрыгну? Ох, ёханый баба, я чуть в воду не шандарахнулся. Кто тут у нас? Сабли, дайте мне... Вы еще тут деретесь до сих пор. Ушел отсюда. И ты ушел отсюда. Так, лежать я сказал! Молодец. Так, дайте мне кинжальчик. Я сейчас всех тут на этом острове перевалю, хотя тут, мне кажется, уже все умерли. Поэтому мне... Ох ты, ёханый бабай, сколько же вас со мной там гонится. Я явно что-то натворил, да, если вы за мной так бежите. Явно я какой-то преступник. У тебя ангина, нужно ее вырезать срочно. Так, ладно, я могу стрелять? Нет, уже не могу. Дайте мне... Опа, вот что мне надо. Почему эта хрень поломалась... Давайте вы просто упадете туда внутрь. На, улетел. Улетел. Да сколько? Давайте вы просто в воду упадете. Не хотите? Не? Ну ладно. Сколько же вас тут много, а? Как вы заколебали? У меня даже оружия уже нет. А если... По центре, а вы умеете прыгать? Я надеюсь, вы не умеете прыгать. Пожалуйста, вы же не умеете прыгать. А давайте вы просто будете друг друга сталкивать в воду, пока я тут нахожусь на этом острове. Вы же точно не умеете прыгать, да? Может, там какое-то супероружие есть? О, какие вы молодцы, да. Какие вы молодцы. Давайте просто в воду сейчас все попадаете, хорошо, капитан Барбоса? А если я сделаю вот так? Ну, акула села! Ну, я троих где-то убил. Капитан Барбоса, прошу проследовать за мной. Я убил 49 человек, мне еще 16 осталось. Ёханый бабай, это все за мной сейчас! Ну, я недооценил просто капитана Барбоса и его длинную борду. Ничего страшного, переиграем сейчас. Попробуем берсерка, ладно, если вы не хотите смайтом. Будем по-другому с вами. Только не надо замахиваться на меня, не надо замахиваться. На, сколько я уже сделал? Минус 5 примерно. Так, отлично, отлично, отлично. Минус 6, минус 7. Иди сюда, не... А, еще шандарахнул меня. Ну что ж это такое, я не могу понять. Улетел отсюда. Никто не улетел. Ладно, сейчас я вам всем по затылку надаю. Я сказал, улетел, не? Минус 2. Пацаны! Тут у нас также еще одна лопата, которую я... Ты чё, на меня хотел напасть, да, жопошник? Бывает, бывает, и так... Ты... Он меня чуть стулом не шантарахнул! Ты офигел! Я знаю, что вы любите плавать. Капитан Барбоса! Капитан Барбоса, я думал, что мы с вами уже сдружились. Ладно, идите сюда.
Пацантры. Смотрите, я прибегаю сюда и просто вас, вас всех сталкиваю в воду. Минус 4, минус 5 даже. Вот это мне нужно было сразу так сделать. Просто прибежать всех в воду, столкнуть и изи просто. Смотрите, ты даже сюда улетел, да? Ты хочешь побоксироваться, да? Опа! Плавать любим? Я знаю, что любим. Так, у меня есть берсерк, да? Ну, как-то я очень плохо его использовал, но ничего страшного. Сразу минус 3, минус 4 сейчас будет. Кого еще? Кому? Идите сюда, пацаны, давайте я сейчас хотя бы 2 килла сделаю, будет зашибись. Минус. Минус. Да что ж это такое? Почему так сложно? Ладно, идите сюда. Кто еще? Ты мертв, жив? Я не знаю. Вставайте, 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 вставайте. Кто тут еще жив? Вставайте, вставайте, поднимайтесь. Ты жив. Больше нет. Мое любимое оружие — это весла. Самое прекрасное оружие, которое только существует. Капитан Барбоса. Опять вы. У! Капитан Барбоса, пожалуйста, остановитесь. Капитан Барбоса. Какой противный персонаж? Я его уже убиваю 6-й раз. Он никак умирать не хочет. Так, вот эта пуколка моя. Спасибо. Главное, чтобы он за мной не побежал, потому что, как обычно, он просто Вот! Подкрадется и просто мне пиндюлей навесит! Ядрить, колотить, капитан Барбоса. Опять один удар остался, я опять умру. Ну что ж это такое, капитан Барбоса? А на вас эта фигня не работает, да? Нет, на вас эта фигня не работает. Вас даже в воду столкнуть нельзя. Ладно. Будем по старой традиции. Я его убил! То есть, мой супер удар вас не убивает. Меч в сраку вас не убивает. Веслом по голове вас также. Никакого вреда вам не наносит. Зато бутылка в голову вас сразу убивает. Ладно, буду знать, как в Dark Souls играть в следующий раз. Может, мне летсплей по Dark Souls записать? Вот, видите, как все просто. Просто берешь бутылку в руку и сразу всех убиваешь. 4 человека осталось есть, я сейчас умру. Я этого себе никогда не прощу. Поэтому нужно их как можно скорее всех просто забодать, чтобы они даже не поняли то, что я их всех убил. 4 человека осталось. Кто там бьется еще, пацаны? Не стакан нужен, мне меч нужен. Вот. Не, я опять бутылку взял. Он меня чуть не стукнул. Уходи, противный. Так, что у нас тут на столе есть? Вот у нас тут кусок курицы есть. Ты что, думал, я тебя не догоню с этой курицей? Недооцениваешь ты курицу, конечно. Если этот последний жопошник меня убьет, я удаляю эту игру, просто я никогда в нее больше играть не буду. Если у меня уровень залагал, и я его сейчас никак не смогу найти, это будет очень печально на самом деле. Или если я сейчас умру, потому что в воду упаду, будет тоже прекрасно. Где ты, друг мой? Я хочу с тобой дружить, я не хочу тебя убивать, на самом деле. Вот я врать не стану, я просто хочу пройти этот уровень, мы можем с тобой договориться. Ты не хочешь меня тут убить случайно? Ой, я ему письку случайно отрубил. Ты не хочешь меня тут убить случайно? Я не знаю, я как бы всю твою банду перебил. Ты даже не появился, наверное, где-то там прям. Ой, я что-то голову раздавил. Где-то там прячешься, я даже не знаю где. Чё за дела? Чья-то голова вот тут у нас на баре валяется отрубленная. Может, такой пранк? То, что последний уровень никак нельзя пройти, я типа захватил судно, я последний. Возможно, я последний. Так я ж последний. Бутылка рома на столе! Так я ж последний, мне ж нужно рипнуться 100%. Ладно, главный капитан в деле. Бухнем! Вот и закончилась эпоха пиратов. Ладно, ребят, я предлагаю закончить вам этот ролик. Мне очень будет приятно, если ты влепишь огромнейший палец вверх, потому что именно благодаря тебе выходит эта серия. Поэтому давайте наберем 25 тысяч лайков. Я обещаю то, что выйдет еще один следующий уровень. Я все же надеюсь, то, что я смогу его найти, то, что он вообще существует. Ставьте лайкусики, обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои ролики. Скажу спасибо тебе огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока.